Всем привет! Сегодня 31 декабря, утро. И у меня вот такая вот новость. Моих два карапуза, мои котики-девочки, уезжают к новым владельцам. Здесь их ветеринарные паспорта с прививками, с профилактиками, визиточки и игрушечки, с которыми они любят играться. Вот. Мальчика забрали раньше, мальчик уехал уже за несколько недель. Вот. А девочек забирают люди с Киева, и приезжают они вместе накануне Нового года. Вы представляете, хотят сделать деткам такой подарок. Это просто невероятно. Это, наверное, самый лучший подарок для ребенка, живое существо. Это просто... Не знаю, это будет сказка. Так что мои маленькие девочки, мои картинки уезжают к новым владельцам. Я жду их. Вот. Да, вот такие вот новости. Накануне самого Нового года. Представляете, это просто какое-то чудо. Деткам будет вообще праздник. Ой... Так что да, мои хорошие, мои любимые, не знаю, когда выйдет это видео, наверное, уже после Нового года, так что с Новым годом вас, друзья. Вот они, две конфетки. А урчат. Ой, поедете сегодня в новый дом к деткам. Оп, да, мои хорошие, вот так, вот. Ой, они с этими игрушками носятся. В зубах носят. Ну, вот это твой документ. Это нельзя. Нельзя. Нельзя грызть, нельзя портить. Да. Как у человека, скажи, у нас документы, все как положено, и прививочки. Такие хорошие котики. Да. Мурчит. Ой. Какая девочка. Все хотели вот эту девочку. Это наша Снежинка. Я так и написала. Снежинка к Новому году. И все ее хотели в этом году. Вот эту вот нашу принцессу маленькую. Вот. Такие дела. А вот еще одна принцесска. Скажи, а я... Сказочный эльф. Она в детстве, когда была еще совсем мелкая, она была похожа на эльфика. Это наша Мика, она уже большая девочка. Вот так.